So last night I was actually listening to. Does anybody know who Alex Ferguson is? Да, я прилетел вот сегодня, ну или скажем сегодня рано утром и слушал информацию кое-какую. Хочу у вас всех спросить, кто-нибудь знает, кто такой Алекс Фергюсон? Кто такой Алекс Фергюсон? Who we know? Pardon? Yeah, football manager, the most successful football manager ever. Really, да. Manchester United. And Manchester United is in Lancashire. Самый успешный руководитель футбольной команды всех времен и народов. И команда эта из Манчестера как раз. Okay. And Lancashire is famous for one other thing, as well as Manchester United. It's where the Industrial Revolution started and where textiles came from. Да, Манчестер как раз и находится в графстве Ланкашир, но известен он не только футбольной командой, а также и тем, что это место, где, собственно, началась промышленная революция, где начинались ткацкие мануфактуры. But unfortunately now there's very little textiles left in Lancashire, because most of it's in other parts of the world where my friends from in India and Turkey and Pakistan and so on. К сожалению, на данный момент не так много ткацкого производства осталось в Ланкашире. В основном оно переместилось в такие места, как Индия или Пакистан или Турция, представители которых с нами тоже сейчас присутствуют. But SMD is still here and iLive is still here and we're a very successful business. We turn over about $40 million, employ well over 100 people. Но SMD осталась на том же месте, так же, как и iLive, и действует и работает весьма успешно, имея оборота свыше 40 миллионов, долларов и давая работу более чем 100 человекам. Okay. In 2012, which is 5 years ago, we did a lot of research into the textile market around the world. В 2012 году, 5 лет назад, мы проводили достаточно обширные исследования на рынке. And we learned some interesting things. One of them was you don't need any more fabric, because there's enough fabric in the world already. И очень интересные вещи нам открылись. И в частности, вот что, что ткань больше не нужна, потому что та ткань, которая в мире есть, ее уже достаточно. Something else we learned, though, is that working with fabric is very confusing. So we've created a brand, which is called iLive, and I'm going to explain a lot about it, which helps you as the designers and helps the clients select fabrics and design fabulous rooms just a little bit easier. И еще что мы выяснили, что работа с тканью – это дело достаточно запутанное, достаточно непростое. Именно поэтому и был организован, открыт бренд iLive, о котором я много сегодня буду говорить, и который призван как раз помогать вам, дизайнерам, помогать людям своими великолепными тканями создавать и оформлять прекрасные интерьеры. And right now, so after 5 years, we have 40 collections. We have in the region of 3,000 fabrics. Да. И сейчас за 5 лет нами было создано уже около 40 коллекций, которые включают в себя около 3000 тканей. And it's distributed in over 20 countries worldwide. In fact, it's close actually now to 35. It's growing very fast. Которые расходятся в 20 странах мира. На самом деле это число неуклонно растет, и сейчас уже почти 35 стран мира закупают эти ткани. And iLive isn't an old-fashioned brand, so it's very new, and we think differently, and we think new. So social media is very important to us, and the figures on the slide there show our comparison to our main competition. И iLive бренд, который не является каким-либо старомодным. Мы марка очень новая, и мы думаем, мы мыслим по-новому. Мы не игнорируем такое явление, как социальные сети, например. И вот на этом слайде вы увидите нас в сравнении с нашими конкурентами. Yeah. And iLive already has the second highest followers on Facebook in only 3 years of being on Facebook after Designers Guild. And then people like Sanderson are quite a long way behind us.
Например, за всего лишь 3 года своего существования Алив по количеству подписчиков, последователей на Фейсбуке перешел даже с Андерсон, которая существует уже очень-очень давно. Okay, John, change the slide. And then, as part of the development of iLive, we introduced 2 years ago our fire-retardant fabrics into the brand. We've now got over 40 qualities of fire-retardant fabric, some of which we'll show you later. И одно из нововведений, которое мы проводим в жизни через iLive, это ткани с огнезащитными свойствами. У нас их уже около 40, они могут быть разного типа, разного вида. Okay. So often when I'm traveling, people ask me what or where the word iLive came from. iLive is 4 letters, and the first one is I. And I'm going to challenge you now with translating inspirational presentation using an I. Итак, во всех странах, куда я приезжаю, меня спрашивают, что такое iLive, как было создано это название. Оно возникло из 4 букв. Первая буква I – это от слова inspirational, то есть вдохновляющий. So, as part of the inspirational presentation, we use lots of selling tools. The first everybody would know is a pattern book, but then we have other tools as well. The most important part of the presentation is the photography. Значит, вдохновляющий относится к нашим презентациям. И наши презентации отчасти вдохновляют при помощи своих каталогов. All right, okay. One sentence, not three. And every product, every colorway in every pattern has its own photography. Да, но кроме того, фотография. То есть у каждого рисунка, у каждого узора, у каждой текстуры есть своя фотография. And for every photograph, we build a room set. And we're going to show you a picture of how we build the room set. И для каждой фотографии мы создаем определенный интерьер. Сейчас мы покажем вам, как это делается. It's okay. It's no problem. It's fine. Внимание на экран, пожалуйста. В каждый год мы создаем около 80 вот таких интерьеров. Obviously, it takes more than 2 minutes as well. Конечно, занимает это чуть побольше, чем 2 минуточки. Yeah, it's one day per one photo with pictures like that. На самом деле нужна целая ночь. Для того, чтобы сделать одну такую фотографию, необходима целая ночь работы. So, after the eye, we have leading the market in coordinated product. Итак, после буквы I в названии iLive идет буква L, то есть leading. Leading это значит вести, или, скажем, быть лидерами на рынке с правильными продуктами, предлагая нужные продукты. So the special talent of a designer in this room is usually putting fabrics together. So what we try and do is help with putting the fabrics together by coordinating many different qualities. И особое искусство дизайнера состоит также и в том, чтобы составить правильное предложение из всех тех тканей, различных свойств рисунков, которые мы предлагаем. And often in a pattern book like this, all the fabric is the same quality. Часто бывает, что вот в таких каталогах все ткани одного качества. But in this book, we put digitally printed fabric. Но в данном каталоге with velvet, включена ткань с цифровой печатью, с бархатными вставками, embroidery, с вышивкой, plain fabrics, однотонная ткань. Yeah. And textured planes and so on.
структурная ткань и так далее, структурная однотонна и так далее. Okay, you want to push the button? The third part is the eye. Everybody in the room is welcome to come to Preston in Lancashire. Итак, третья буква в слове I live. Третья буква — это I. Все присутствующие приглашаются в город Престона в Ланкашире. But you might not be able to come too quickly, so we brought a video to show you our offices and people. Because the next one is all about our service. I is for informal, friendly, professional service. Чтобы вам проще было сориентироваться, сейчас мы покажем вам наш офис, то, как мы работаем. Потому что вторая буква I — это слово informal, то есть неформальный, неофициальный. Это относится к тому, как мы предоставляем сервис, как мы ведем обслуживание. Welcome to iLive. You're through to Michael. How can I help you today? Примерно в день мы принимаем 400 звонков. And we ship just short of 600 cut lengths of fabrics a day. Cuts, 600 cuts. И в день мы отправляем около 600 отрезов ткани. Okay. And then finally, after four letters, we have V. And V is the best word of all. Итак, и последняя из четырех букв в слове I live — это буква V. Это самая лучшая буква. Value. Do we all know what value means? V означает value, то есть ценность. Все ли понимают, что это значит? Yeah. V basically means we try and do the look of all the top designer brands for less. V означает, что мы очень стараемся создать образ дизайнерских брендов, который выглядел бы самым лучшим образом, но при этом стоил бы меньше денег. Yeah. And the pictures on the screen, which you can't see, are from magazines in England and Europe comparing our product where the editor chooses our fabric to show against the expensive fabric. Look what you could have had. И вот здесь на экране есть фотографии журнальных страниц. К сожалению, вам не очень их видно, но эти фотографии демонстрируют выбор редакторов интерьерных журналов Великобритании и Европы, на которых видно, как они сопоставляют нашу ткань и ткань самых топовых дорогих брендов и выбирают в итоге все же нашу. Right. And there's just a few pictures of I live in hotel settings from Hilton and Marriott. А вот несколько фотографий I live в гостиничной обстановке в Hilton и в Marriott. Okay. So now we move on quickly to the more interesting thing, which is how we create our designs and product. А теперь переходим к более интересной части, а именно к дизайну. Как мы создаем свои рисунки, свои продукты?
So the first thing we do is we visit exhibitions, fashion shows, we read magazines, everywhere to get inspiration. Первое, что мы делаем, мы посещаем выставки, мы посещаем модные показы, мы читаем модные журналы. То есть мы используем все источники, где можно почерпнуть вдохновение. And then we take those ideas and we make two things. Эти идеи мы собираем и делаем две вещи. A mood board, which is what that is. Во-первых, mood board или доска настроения, так называемая, вот пример здесь приведен. And then we create a video. А потом создаем видео, which we're going to show you. Которое сейчас вам и покажем. For what this is just one of our collections we launched a few months ago. Вот, например, по такому видео несколько месяцев назад мы запустили нашу новую коллекцию. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. Somewhere in the corner, under clouds of marijuana, with this boy who's hard, but I can hardly hear. Over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. And we then start developing fabrics, designing them. We have 11 designers in Preston. Итак, берется такое видео, и на основе его уже начинается творческий процесс дизайна. У нас в Пристоне есть команда из 11 дизайнеров. And from the collection, the theme we saw there, we actually developed two collections. One which was fire retardant, and one that wasn't fire retardant. И на основе вот этой темы, которая зафиксирована в видео, мы создаем на самом деле две коллекции. Одна из тканей с огнезащитными свойствами, а другая без этих свойств. And this is the fire retardant one. Вот это, например, с огнезащитными свойствами как раз. And you can see all the sorts of images that were in the video brought to life as fabric. И вот здесь вы видите самые разные рисунки, самые разные узоры, которые воплощены в этой ткани по мотивам того видео, которое вы видели уже. Okay, which leads us nicely to talk about fire retardant fabrics, I think. И как раз это подводит нас к разговору об огнезащитных тканях. Okay, so the reason I came today was because the team at Daylight asked me to come and talk specifically about fire retardant fabric. Для чего я приехала сегодня вообще к вам? Потому что команда компании Daylight попросила меня приехать и выступить с рассказом о том, что же такое огнезащитные ткани. So why is it important? Почему они так важны? It's because internationally, for example, in Europe and in Great Britain, there are very high standards about what hotels and public spaces must match in terms of fire retardancy. Потому что как в Великобритании, так и во всей Европе стандарты очень высокие в отношении того, какими должны быть общественные пространства, больницы, прочие места скопления людей для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность. And now in Russia, it's following the market because international hotel chains insist on the same standard across the world. И Россия сейчас также присоединяется к этому рынку, потому что как бы под общественными пространствами еще понимаются сети отелей, а они хотят соблюсти единые стандарты во всем мире. Okay. But there's another reason why it's important, and we're going to show you what happens when you don't use a fire retardant fabric. Но есть и другая причина, почему это важно. И мы сейчас вам покажем, что происходит, если вы не используете огнезащитные ткани. So this is a video we're going to play, which is
just hanging two of our fabrics. One of them is fire retardant, and the other one isn't. Сейчас вы увидите такой небольшой видеоклип, где сравниваются две наших ткани. Одна имеет огнезащитные свойства, а другая нет. So the curtain on the left is fire retardant, and the one on the right isn't. Итак, слева ткань, занавеска с огнезащитными свойствами, а справа без них. Was 30 seconds. Как видите, понадобилось всего 30 секунд. And the real problem is that the curtain that was burning creates so much heat, it sets the whole room on fire. И проблема в том, что когда занавеска, штора начинает гореть, она аккумулирует столько тепла, что загорается вся комната. So I'm just going to show you exactly what happens. And you could do this sort of thing with your clients if you like to. So I've got two fabrics, both I live fabrics. Сейчас покажу вам, что происходит. Вы можете такую демонстрацию проводить и перед вашими клиентами, если хотите. У меня в руках два кусочка материала, оба они произведены I live. This could get dangerous. Опасно. So what happens? You see the fabric, as soon as I've taken. Вот что происходит. Ткань загорелась, я уже отвел пламя от нее, но она продолжает гореть. Hope this works. Надеюсь, все получится. As soon as I take the flame away, the fire stops. А тут, как видите, стоит мне отвести пламя, огонь прекращается. Effectively, the fabric burns from the flame, which is what happens with the bucket, because when the bucket goes out, the fire stops. But on the bucket with the flames in the bottom. Да, вот что и происходит в данном видео, как только вот эта емкость, из которой горит огонь, отводится от шторы, пламя прекращается. Okay. And that's why hotels like fire retardant fabrics, and hospitals, and universities, anywhere there's public. Вот поэтому владельцам отелей так нравится ткань с огнезащитными свойствами, а также тем, кто работает в больницах, в университетах и в прочих общественных местах. Now there are two types of fire retardancy. The first one is where the fabric itself is fire retardant. It's the fiber in the fabric. Итак, огнезащитные свойства могут достигаться двумя способами. Первый – это когда сама ткань является огнезащитной, вот на уровне даже волокна, на уровне тех нитей, из которых она соткана. And the second one is where you apply a chemical to the back of the fabric to stop it burning. А второй способ – это когда на изнаночную сторону ткани наносится определенное покрытие для того, чтобы она не горела. Okay. If you flick the side, there's advantages and disadvantages to both. В обоих способах есть как минусы, так и плюсы. But for me there's lots, but for me there's just two. Их много, но для меня всего два. The advantage of the first one, which is where the fiber is fire retardant, uh-huh. is you can wash it as many times as you like. Преимущество той ткани, в которой на уровне волокна обеспечена огнестойкость, в том, что ее можно стирать столько, сколько вам угодно. And the disadvantage with the other is after two or three washes, all the chemical is gone and the fabric is then flammable again. Минус, однако, в том, что после двух или трех стирок это огнезащитное свойство пропадает, и ткань становится снова воспламеняемой. And then the opposite, the advantage of the
coated fabric is there are many, many, many more fabrics that you can coat than there are fire retardant fabrics. No, do you want me to explain again? So the advantage of the coated fabric is you can use any fabric and coat it. Да. Преимущество же тканей с огнестойким покрытием как раз в том, что, в общем-то, это огнестойкое покрытие можно нанести фактически на любую ткань. Okay. Whereas with the fire retardant fabric, it's still limited because we're still developing them all the time. В то время как в тех тканях, где огнезащитность на уровне волокна, их ассортимент ограничен, потому что мы их пока еще разрабатываем. But we have now, SMD ILIF has now, I think, 10 collections and 40 qualities and 5 planes, so a lot. Однако и в огнезащитном вот этом диапазоне у ILIF уже 10 коллекций из тканей 40 типов. And earlier I spoke about printing. Далее. Я говорил уже вам о набивке, о печати, принте на ткани. So, we use a process called transfer printing, which transfers print from a piece of paper onto the fabric using heat. Для набивки мы используем так называемую трансфертную печать, то есть рисунок с бумаги переносится при помощи нагрева на саму ткань. The two advantages are that the ink from the paper is not flammable, so it doesn't burn. Тут тоже есть преимущество. Например, чернила, которые нанесены на бумагу, являются не горючими, они не загораются. Whereas the ink on a normal fabric, like this, burns. В то время как краска, которая наносится на обычную ткань, вот как на эту, воспламеняется. So, just to show, we've got a video of our machine in Preston working to show you how transfer printing works. А сейчас мы покажем вам видео, чтобы продемонстрировать, как работает вот эта трансфертная печать. We haven't, it's gone. Пропало видео. There is. А вот. Well recovered. So, the advantage of that machine is we can print on 13 different fabrics. Преимущество этой машины в том, что набивку можно наносить на 13 разных типов ткани. And we have fabrics from everything from blackout curtains. И ткани у нас самые разные, от тех, которые обеспечивают эффект blackout, то есть полного затемнения. Fabrics for furniture. Ткани для мебели. Yeah, and fabrics for bed linen. И ткани для постельного белья. And even night dresses. И даже для ночнушек. But you won't want to wear them because they're very stiff. You what? No, we want to go through the book. So, here's the advantage of coordination again, with plain fabrics, upholstery fabrics, and then printed fabrics. Вот они чудеса координированного подхода к сопоставлению тканей. Здесь вы видите и набивные ткани, и однотонные.
And then in every book we show an example of all the fabrics that we can print on. Ага. В каждом каталоге мы приводим примеры всех тканей, на которых мы можем наносить набивку. And the fabrics are we can print as little as 2 meters on any fabric. 2 meters. Yeah. И ткань, на которую мы можем нанести набивку, может в минимуме быть всего лишь 2 метра. And in the back of the book. И в конце каталога. We mention all the British and European standards that the fabric matches. Перечислены все стандарты, которым соответствует данная ткань, и которые приняты в Европе и Великобритании. And the simple way to tell an iLive flame retardant collection is we always have the flame with the cross, and we always put the flame in the logo. Ага. И как легко определить, что это за коллекция, огнестойкая или нет? Определить очень просто. Во-первых, на логотипе, вот здесь, где вторая буква I, небольшой такой огонечек. И во-вторых, на корочке нарисовано перечеркнутое пламя. Okay. So we've come to the end, really. Ну, мы подходим к концу нашей презентации. But we've just got one more fabric and one more quality to ask a question. Но есть у нас еще одна ткань и еще одно качество, по которому есть вопрос. One of the qualities in the book is for upholstery, but for waterproof upholstery. Есть у нас ткань в каталоге, которая предназначена для обивки, но для обивки водонепроницаемой. Can anybody think why you would want waterproof upholstery? Может ли кто-нибудь предположить, для чего она нужна, водонепроницаемая обивка? Для какого применения? For the outside. Yes. Для улицы, да. But you... For furniture, for tents, for restaurants. Yes, you might want it for that, but there's also a very big demand for furniture inside old people's homes. Да, действительно, и для ресторанов, и для улицы, и для навесов, но есть еще очень большой спрос на водонепроницаемую ткань именно для обивки, хотя это будет находиться внутри помещения, но это требуется в домах престарелых. So I'll leave that to your imagination. You can think about that tonight while you're having your dinner. Поэтому используйте свое воображение. Сегодня вечером можете поразмыслить, что к чему и для чего. Thank you very much for listening to me. I hope you've enjoyed it. I hope you've got some benefit from it. And if anybody's got a question, they can ask. Большое спасибо, что выслушали меня. Надеюсь, вам была интересна эта презентация. Надеюсь, вы кое-что новое узнали. Если какие-либо вопросы остались, пожалуйста, задавайте. Да, друзья, извините, пожалуйста, трудности перевода. Когда речь шла о той ткани, которая состоит из волокон огнестойких, там смысл на самом деле такой, что ее можно стирать сколько угодно, не два, не три раза, а сколько угодно, и как бы огнестойкость сохраняется. It's all clear. Thank you very much, everybody. Всем большое спасибо.